Хочете? Спасибо большое вам за внимание. Напоследок немножко народного творчества, народной поэзии. Она может быть более примитивна, но по мысли она выпукла и предельно ясна. Стихотворение про бесстрашную Нину. Мы шли как-то лесом и полем, гудели вокруг провода. Мы шли и грустили все вместе. И Нина сказала тогда: друзья, не грустите, не надо. Давайте смеяться и петь. Хотите, я влезу на ветку и буду оттуда смотреть, на что? Мы ответили: Нина, ты будешь оттуда смотреть, на то, как вы будете вместе смеяться и песенки петь. И Нина полезла на ветку, царапая руки и грудь, и кто-то ей крикнул: ты, Нина, про ветку, про эту забудь, оставь ее, Нина, в покое. Ведь ты же с нее упадешь, сломаешь и руки, и ноги, и копчик себе отобьешь. Но Нина сказала: так будет, знать выпала мне не судьба. Ведь вы ж понимаете, люди, что главное в деле борьба, что дело, которому служишь, потомки начнут продолжать. Пускай я не влезу на ветку, но главное дело начать. И снова, вгрызаясь зубами в кору, где ползли муравьи, полезла бесстрашная Нина вперед к идеалам своим. Спасибо большое. Хорошего вам дня, добра, тепла, любви. Спасибо. Мы благодарим наших гостей. Большое спасибо. И нашу программу продолжает молодежный симфонический оркестр. И снова